Так. Все. Всем привет! В эфире молодежная программа «Свободный полет». С вами Ольга Куриленко. Поехали! Удивительный конкурс красоты состоялся в школе номер 6. За звание и титул «Мисс Школа» боролись 5 прекрасных девушек. О том, как это было, в нашем сюжете. 24 марта в школе номер 6 состоялся конкурс красоты и грации «Мисс Школа номер 6-2016». За звание стать самой грациозной, самой творческой и обаятельной девушкой школы боролись Виктория Дегтярь, Алина Першуткина, Татьяна Прокофьева, Анна Буланова и Айюн Раджабова. Оценивала мастерство конкурсанток компетентное жюри. Участницам предстояло пройти 5 конкурсных этапов. Первый этап конкурса «Будем знакомы». Здесь девушки рассказывали о себе и о своих увлечениях. Вторым этапом конкурса стало интервью. По условиям этого конкурса конкурсанткам следовало ответить на ряд вопросов. В конкурсе интервью жюри оценивали уровень ораторского искусства девушек, оригинальность их ответов и, конечно же, отсутствие комплексов и зажимов. Следующим этапом стал конкурс «Дефиле стилей». Девушки продемонстрировали свой неповторимый стиль, который они выбрали и который наиболее точно они смогли отобразить. В конкурсном этапе «Радуга талантов» каждая участница выступила со своим творческим номером. В этом конкурсе жюри оценивало мастерство исполнения, артистизм участницы и оригинальность номера. Заключительным этапом конкурса «Мисс Школа номер 6» стало дефиле в вечерних платьях. Девушки продемонстрировали свою грациозность, красоту, легкость и изящество походки, умение носить самый изысканный наряд – вечернее платье. По итогам конкурса титул и звание «Мисс Школа номер 6-2016» завоевала Татьяна Прокофьева. Звание «Первый вице-мисс» за Анной Булановой. Званием «Второй вице-мисс» была награждена Виктория Дегтярь. В минувшую субботу на площади 25-летия БАМа состоялись мероприятия, посвященные проводам зимы. В полдень на центральную площадь БАМовской столицы начали собираться тындинцы, соскучившиеся по уличным народным гуляниям. Горожане, пришедшие в этот день на площадь 25-летия БАМа, остались довольны. Праздник подарил много положительных эмоций. Коллектив Тындинского драматического театра по традиции подготовил театрализованное представление. Подножие сцены украсили масленичные куклы, изготовленные коллективами детских садов и школ города, а также творческими коллективами ЦДТ и нескольких тындинских семей. Мужчины города продемонстрировали свою силу, отжимая 25-килограммовую гирю и взбираясь за призами, подвешенными на столб 5-метровой высоты. Мерились силами и мальчишки, участвуя в боях на бревне. Специалисты молодежно-досугового центра «Гармония» на специально организованных площадках проводили с юными тындинцами игры. В завершении праздника, прощаясь с зимой, тындинцы сожгли чучело.
Может сделать вот так вот. В Тынде прошло открытое первенство города по русскому классическому жиму лежа. «27 марта в городском дворце культуры Русь собрались любители тяжелых физических нагрузок. Здесь прошло открытое первенство города по русскому классическому жиму лежа, посвященное памяти мастера спорта СССР Стадниченко Виктора Владимировича, организатором которого выступил тренажерный зал «Атлант». Спортсмены поднимали штангу весом от 25 до 125 килограммов. Соревнования по классическому жиму штанги лежа проводятся в Тынде уже не в первый раз. Традиционно привлекают большое количество тех, кто желает проверить свои силы, выносливость и волю к победе. В этом году участие в открытом первенстве города приняли более 30 человек. Несмотря на то, что подобного рода соревнования в основном привлекают мужчин, не редкость и участие представительниц слабого пола. На этих соревнованиях девушки выступили в двух номинациях. Поднимали штангу весом 25 и 35 килограмм. Мужчины же выступали в разных номинациях. Поднимали штангу весом 25, 35, 55, 75, 100 и 125 килограммов. Всего в соревнованиях было представлено 11 номинаций. Главный судья соревнований Иван Павлов пояснил нам, классический жим характеризуется тем, что участнику предоставляется один подход, за который он должен выполнить максимальное количество повторений. Вес штанги каждый атлет выбирает самостоятельно. Необходимо сделать не меньше 8 повторений, иначе результат не будет зачтен. Стоит отметить, что первенство города по русскому классическому жиму было еще и благотворительное. Организаторы и участники соревнований собирали деньги для детей из социального центра поселка Чильчи. А сейчас наша постоянная рубрика «Инстадей». Смотрим! С вами была программа «Свободный полет». Увидимся на следующей неделе. Всем пока!